В Люберецком дворце культуры прошел большой сольный концерт вокального ансамбля «Нотка». У коллектива, который воспитал уже несколько поколений артистов, еще много творческих планов, интересных задумок, конкурсов и фестивалей. Подробнее расскажет Богдан Колесников. «Нотка» – единственный вокальный ансамбль в Люберецком округе, который заслужил звание образцового. Под руководством Зульфии Мамедовой ребята учатся петь, держаться на сцене, развивают артистические навыки. Кто-то для того, чтобы стать настоящей звездой, а кто-то, чтобы просто порадовать родных и друзей. «Нотка для меня – это жизнь, это все, можно сказать. 7 лет выступаю, работаю в сердце. Ну, как минимум научили хорошо петь, общаться со зрителями на сцене, раскрепощенности научили. Ничего не бояться». За кулисами поддерживали артисты, а в зале родные, педагоги и самые преданные поклонники музыкального коллектива. Под большим впечатлением талантливейшие дети, великолепный коллектив, они действительно дружная семья такая чувствуется, они живут этим. И, конечно, это вообще вау. Замечательный концерт. Очень рады, что у нас такие замечательные девушки и юноши, которые прославляют наш район. Больше 2 десятков номеров. Драматургия, яркие костюмы и блеск в глазах. Солисты кавер-группы G&B, которая давно завоевала зрительскую любовь, тоже выходцы из вокального ансамбля «Нотка». Мы очень дружные. Мы начинаем именно наш коллектив с того, что мы должны быть одна большая команда. Каждый должен отвечать за друг друга. «Нотка» – это большая музыкальная семья, и я ее очень люблю. Мы выступаем на различных площадках и в Москве, и в разных городах Подмосковья. И даже вот совсем недавно были в Питере. Мы существуем очень давно, ни одно поколение выпустилось, ни одно поколение сейчас поет на разных сценах. Ансамбль создан 22 года назад. За это время «Нотка» завоевала десятки наград на престижных международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ.